Ротулов за воротами. Пас Кутузова. Ну, знаете, бросок-то не удался. Атака получается удаление у ЦСКА. Шикарно сыграл, закрыл здесь зону и сам пошел на ворота, видит, что есть лед, тут еще и вратаря обыграть. Почему бы и нет? Обыгрывает и забивает. Просто красавец. Шайба попала в ворота от конька игрока Спартака. Вот здесь ведет это, по клюшке хороший удар, но дальше Ярослав Цыпленко подставляет конек. И она заказывается в ворота. Еще и неудача. Еще и неудача. Красно-белый.